Итак, всем привет. Сегодня 23 декабря 2015 года. Сегодня буду делать обзор на щи с кислой с капустой и с курицей. Вот они как выглядят, щи с кислой капустой. Сейчас буду пробовать их и оценивать, на сколько баллов по 5-бальной шкале они тянут. Вот. Тут хлебушек отрезал, вот он. Ну что, начнем пробовать. Тут вот курица, видите? Ну, первое впечатление такие, но очень вкусные, классные. Единственное, что не хватает, или сметанки, или майонеза. Но мне, если честно, нравится больше борщ. Мне вот щи с кислой капустой не очень нравится. Как-то, ну, не на мой вкус. Так вкусно, но не мое, не на мой вкус. Как говорится, на вкус и на цвет товарища нет. Так что 5 баллов явно я не поставлю этим щам. Вот. Вкусное, но на пятерочку не тянет никак. Если бы делал, наверное, обзор на борщ, борщ бы потянул на пятерку. А щи мне не очень нравятся по вкусу. Так, нормально, когда есть, хочется, можно поесть. Ну, я знаю, некоторым людям, наоборот, щи больше нравятся, чем борщ. А мне борщ больше нравится, чем щи. Курица нормально тут сварилась такая. Ну, мягкая, нормальная все. Щи, конечно, вкусные, но я ставлю не пятерку, а 4 балла. Твердая четверка. Ну, почему четверка? Потому что я говорю, я не люблю, когда это с кислой капустой. Мне нравится больше борщ, когда борщ именно из свежей капусты, а не из кислой. Говорят, щи от борща отличаются тем, что щи, они готовятся из кислой капусты. А борщ он готовится, ну, из свежей капусты. Курочки поедим чуть-чуть. Курица классная, хорошо приготовилась, мягкая. Ну, в общем, итоговая оценка за щи с кислой капустой я ставлю 4 балла. Ну ладно, друзья, всем приятного аппетита, всем счастливо и пока. До новых встреч.